Здрасте, зовут меня Рогозин Константин Владимирович. Я руководитель автономной некоммерческой организации «Технадзор ЖЭС». А скажите, пожалуйста, где мы находимся? Мы находимся на крупнейшем в мире заводе по производству крупномодульного, по производству крупных модулей. А зачем? А потому что мы сегодня проводим очередную, четвертую уже по счету, малоэтажную академию, в которой принимает участие группа компаний «Монарх», принимает участие «Технадзор ЖЭС» и принимает участие «Детский общественный совет» в лице проекта «Я строитель будущего». Хорошего времяпрепровождения на комбинате инновационных технологий «Монарх». Сегодня мы приехали на завод, который строит современные дома. Это самый крупный завод в мире. Технология, которая здесь применяется, разработана здесь, в России, и является пока что единственной. Ракета, так мы ее еще называем, уезжает за новой партией бетона. Это как 3D-принтер все равно, только который может печатать бетоном. Сегодня Детский общественный совет побывал на комбинате инновационных технологий «Монарх». Мы узнали очень много нового о строении модульных домов. Я узнал нового, то, что дома могут строить примерно так же, как конструктор Лего. Огромное спасибо Сергею Амбарцубяну, это генеральный директор компании «Монарх», за то, что он предоставил нам возможность провести такую прекрасную экскурсию, потому что в этой экскурсии мы узнали очень много новой информации, и я уверена, что абсолютно каждому из нас это понравилось.